Если вы хотите узнать, какой Нижний Новгород на вкус, нужно оказаться на межнациональном фестивале. И на одной площадке попробовать разные сорта чаев, попробовать традиционный русский хлеб из печи, угоститься узбекским пловом, фантастически ароматным. И обязательно попробовать татарский пельмень. Очень вкусно. 12 национально-культурных организаций Нижнего Новгорода готовят, танцуют и музицируют на ярмарке в детском парке имени Свердлова. Основной акцент, конечно, на национальной кухне. Широко улыбаюсь, Дамил Шарафутдинов, мастер спорта России по боксу, угощает всех башкирским медовым кумысом. Супертяжеловес уверен, кулинарии помогает сохранить национальную идентичность. Чтобы не потерять национальность, нужно через еду как раз ее не терять. То есть если пока вот есть какие-то там национальные сладости, национальная там еда какая-то, да, то есть национальность еще существует и будет существовать. Вот именно не кто-то говорит языком, а я все-таки считаю, что через живот, едой. Бонусом к Джангилу в Хацуи Ламаджо армянской общины идет экскурс в кулинарную историю. Был повар, был царь. Царю нужен был десерт. Десертов не было. Ингредиенты закончились. Надо было выкручиваться. Иначе голова с плеч. И он выкрутился. Масло, сахар и мука. И получилось это гата. Замечательное блюдо. И еще раз подчеркивает, как все на самом деле просто. Кулинария не только знакомит с традициями и устоями, но и помогает найти общее. Ты прям чувствуешь, что ты живешь в России реально многонациональной, и каждая нация ценная, каждая нация важна. И прям это, мне кажется, по моим ощущениям, это очень объединяет людей. Потому что я вообще в восторге от праздников. В Нижнем Новгороде проживает сейчас 115 национальностей. Мы собрались здесь дружно и многонациональной семьей, чтобы поздравить наш город любимый с днем рождения. Поэтому поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и вкусно и ярко, как здесь, отметить День города. На территории Нижегородской области уживается действительно огромное количество национальностей, никогда у нас никаких конфликтов не было, все было только созидание. Как говорится, купно за едино, да, что означает вместе заодно. Поздравляли Нижний Новгород вместе с 12 национально-культурными организациями. Служба информации Александра Шеломцева и Алексей Заволов.